Добрый день, я Леонтьева Виктория. Тема моего проекта – приобщение к изучению литературы родного края через создание интерактивных игр. Цель исследования – организовать изучение произведений писателей и поэтов родного края через разные формы взаимодействия с обучающимися. В качестве гипотезы выступает предположение о том, что приобщение к изучению литературы родного края может воспроизводиться через создание различных дидактических игр. Методы. Анкетирование, анализ, наблюдение, статистика. Проблема – отсутствие интереса к культуре, литературе и истории своего народа у современного подростка. В каждой республике, городе, районе есть свои герои, которые прославили нашу страну. И пусть их литературные подвиги не изучают в школе, но их имена навеки запечатлены в наших сердцах. Изучение данной проблемы проводилось на базе гимназии номер 1 города Нерингри с 1 сентября 2021 года. По 1 октября 2021 года. В исследовании принимали участие подростки разных возрастных групп. Общие выводы. Изучили и проанализировали различные источники, находящиеся в городской, школьной и домашней библиотеке. Данную информацию мы использовали при составлении дидактических игр и проведении часа общения. Выяснили, что родная литература – это произведения, созданные местными авторами и востребованные местными читателями. Изучая проблему, обозначенную нами в исследовательской работе, мы пришли к выводу, что обучающиеся нашей гимназии владеют знаниями в области литературы родного края не в полной мере. Об этом свидетельствуют результаты устного опроса бесед и анкетирования. На вопрос «Знакомы ли вы с творчеством поэтов и писателей Нерингри?» 13 обучающихся ответили положительно. 69 обучающихся ответили, что не знакомы. Изучили работу программы конструктора WordWell и сервиса Learning Cups. Создали картотеку дидактических игр, используя произведения писателей и поэтов Нерингинского района и обучающий буклет. Совместно с научным руководителем и одноклассниками разработали и провели час общения для 5 класса «Любимому городу посвящается». Разработали рекомендации, способствующие формированию читательской культуры. В дальнейшем планируется продолжить работу в данном направлении, пополнять картотеку игр, продолжать знакомство с текстами поэтов и писателей города Нерингри, организовать встречу и взять интервью у одного из поэтов или писателей. Мы считаем, что наша гипотеза частично доказана. Действительно, создавая дидактические интерактивные игры, обучающиеся приобщаются к миру литературы родного края. Цель нашего проекта достигнута. Задачи, поставленные в начале исследования, выполнены. Для обучающих составлен каталог дидактических игр, создан буклет, работа программы конструктора WordWell и сервиса Learning Cups. Составлен ряд необходимых рекомендаций. Спасибо за внимание.